Витасу на этой неделе... Не отмечают 40 лет. Более того, я вам скажу, что я предупредил всех своих близких, знакомых, друзей о том, чтобы они ни в коем случае категорически меня не поздравляли. Потому что я в большей степени человек суеверный. Ну, я такой, знаете, чувствительный, ранимый, странный. Как цветок, по-разному распускающийся. Но к юбилею Витас выпустил новый клип на песню «Делала». Кто этот странный герой с большим носом и отверстиями вместо ушей? Ходит какой-то странный пингвин на протяжении там 3 минут, ездит на странной машине, потом странный превращается в тебя. Что касается, о чем клип, ни о чем. Это просто работа с образом. Этот клип – полностью дело рук Витаса. Он выступил и режиссером, и сценаристом, и даже... Это был дублер, и в клипе снимались 2 человека. Я и дублер. Под маской скрывается очень известный человек. Очень известный человек, но, к сожалению, я пока не буду раскрывать эту тайну. Но придет время, настанет тот час, когда я раскрою эту тайну. Но вы этого человека очень хорошо знаете. Тематика предыдущего клипа артиста космическая. Витас улетает в далекие галактики. В новом творении артиста все не так весело. Цветовая гамма мрачнее, да и персонажи не такие позитивные. Говорят, что в 40 лет наступает кризис среднего возраста. Может, у Витаса депрессия? Я очень люблю в депрессивном состоянии понаходиться. Кстати, в депрессивном состоянии рождаются какие-то творческие идеи. Я вообще уезжаю в Китай, да, вот, в горы, на термальные источники, для того, чтобы вообще там неделю-две побыть один, чтобы меня никто не отвлекал, отключая все телефоны. Вот китайские поклонники поздравили своего кумира от всей души. И сделали это рядом с восковой фигурой Витаса. Поэтому первой страной, куда поедет Витас во время своего юбилейного тура, будет именно Поднебесная. Китай, Америка, 2 концерта в Токио, Бразилия, Мексика и 40 концертов по нашей любимой, удивительной России. Начиная от Калининграда, заканчивая Дальним Востоком. Тур артиста начнется уже через несколько месяцев. И к этому моменту он обещает окончательно выйти из депрессии.